18, но мне в душе 18. Я бросил у 19, влюбился в лет так 16. Поставил цель в первом классе кататься в тачке S-класса, купить такую же папе, достроить дом своей маме. И всем привет, ребята! С вами Фардан, вы на моем канале. И сегодня я снимаю продолжение игры Raft. Вы на прошлом ролике набрали целых 3 лайка. Я вас просил 1 лайк, но вы набрали 3. Значит, выходит новая часть Raft. Ну, продолжение игры Raft. Извиняюсь за то, что я не снял сразу, когда увидел. Ну, я увидел сразу за день до этого. Ну, когда вышло, день прошел, и я увидел. Так что по просьбам ваши лайки вы решили мне попросить снять продолжение Raft. Значит, вам эта игра понравилась? Хорошо. А вот тут вот это высвечивается комментарий, который попал в этот ролик. Да, если ты напишешь какой-то комментарий под этот ролик, то на следующий ролик ты попадешь в это видео. Так что давай, не упускай твой шанс. Ну, а если вы хотите еще продолжение увидеть Рафта, там, где я уже построю, скорее всего, дом, такой, как у этого парня, значит, 2 лайка, давайте договоримся, 2 лайка, и я сниму следующее продолжение, там, где я буду уже пытаться строить свой дом. Всем желаю хорошего настроения, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Но мы начинаем Raft. Ну вот, я родился. Давайте звук чуть потише сделаю. Акула плавает у меня тут. Походу, хочет на меня напасть. Так, помним то, что у нас в прошлом видео было. Мы сделали кровать. Ой, впереди бочка. Мы сделали кровать, которую мы сейчас можем поспать, потому что уже ночь. Мы сделали гриль, там, где жарить еду. Сделали какой-то тоже похоже на гриль, чтобы туда воду наливать, чтобы она была не соленой, а уже присоленой. Ну, которую можно пить. И не будешь, будет больше восстанавливаться здоровье. Так, я пальцем тыкаю. Так, я акула. Я хочу потыкать ей пальцем. Ой, я на остров потыкаю. Я тут. Ладно. Так, наша цель сегодня, вот. Наша сегодняшняя цель это обустроить еще больше наш остров. Ну, плот, корабль, вот. А для этого мы что делаем? Правильно, мы добываем много досок. Ну, досок у нас... вот, пластика много очень. Доски надо было тоже много. Ну, короче... Все для того, чтобы обустроить, ну, чтобы больше построить остров, чтобы он больше был. О! Так, можем? Да, можем. Раз, два. Ой, а у меня крюк сломался. Хорошо, что у меня есть запасной. Так, а теперь нам надо ловить вот эти, вот эти бутылки. Так, уже без этих бутылок нам будет сложно. А, не достал. Ну там еще много. А вот, например, есть такие предметы, которые можно, благодаря их, можно, чтобы вот тут вот поставить этот сетку и будет ловить вот все там рыб может ловить там
предметы какие-то ловит. Нет, нету такого. А вот бы, если бы добавили. Было бы классно. Так. Что-то я сильно туплю. Что-то я не могу нормально достать до... О, пластик. Есть. Так, шикарно. Это хорошо, у нас уже есть. Мы можем еще построить. Ну, давайте. Не, может, давайте в ширину? Не, давайте в ширину. Чтоб акула не погрызала мою кровать и... О! А, не достал. О, вот. Я как раз. Ой, чик, спасибо. Так, можем еще. Так что... О! Мы прям к острову плывем. Может, получится нам на остров становиться? Может, пойти на остров? А камень и топор я могу скрафтить? Так, как там камень и топор? Да, могу. Я скрафчу его. Еще... А, из него можно ломать вот эти, понял. Не, оно нам пока не нужно. Так. Теперь давайте бочку споймаем. Что-то акула давно нас, ну, не грызет нас в плод. Может, это к хорошему? О! Спасибо. Вовремя я. Ой, не вовремя. Так, нам нужно много пластика. Так, давайте еще. Давайте картошку пожарим. Так, пить что-то охота. Давайте попьем. Не, давайте уже, ну, поспим, да? О, все, поспала. Ой, как хорошо. Доброе утро. А мы, скорее всего, на остров даже и попадем. Мы даже коснем острова. Да. Ну, ладно. Мне-то какая разница? А, ну почему? Ну давайте хотя бы вот это споймаем. Не, не споймаем. Все, я стукался. Я надеюсь, я не застряну туда. Не, так у меня... Можешь поставить? А? А что предметы все на месте? Бочку заберу, пожалуй. Не так забирать. А как? Вот так вот. Все. Кто там пластик был? Как мне забрать пластик? Давай. Есть. Так, у меня мало пластика, значит, надо нам побольше пластика. Нам очень надо много пластика, чтобы делать огромный дом. Ну, какой дом? Дом уже будем на следующем ролике. А сейчас мы просто обустроим, ну, побольше сделаем. Чтобы можно было жить нормально. А, иди сюда, корова. Ой, акула. Корова. Что-то я привык, что... Она корова? Так, давайте обустроим, потому что что-то... Покусал у нас плод очень жестко. Это какой-то скам, скорее всего. Так, раз, готово. Ебой. Не. О, я такое пропустил, да? Да. Ну ладно. Вот это пластик не пропустил. Давай, молоко.
Ну, банка похожа на молоко, если честно. Так, все, можем дальше строить, давай. Так, нам еще один не хватает. Все, смотрите, какая красота. У нас уже такой плод, что мы богатей каждого. Я бы с тиммейтом бы так не разжился в жизни. Да, не достал. Так, давай, достану, достану. Да, достал. Ого, как пластика много. Все, прокачиваем. Все, много пластика, много. О, уже даже дерева не хватает. Ой, досок. Куда ты? Доска, сюда иди. Ты мне не нужна. Мне еще случай. Мне бы еще бы один бочка. Из халява. Халява. Там еще много бочек. Так, давайте еще. Где? Так, листочек нужен. Да, уже пропустила. Так, давай. Есть. Так, и нам еще 3 бочки. Да, 3 бочки к нам летят. Плывут, летят. Взлетают. Ой. А что с погодой? Что-то волны как-то разошлись, нет? Либо это так и было. Вы, ребят, подскажите, может, что-то я смогу в игре в этой сделать? Напишите в комментариях там. Может, мне построить там что-то такое интересное, чтобы вам было интересно. Мне это вообще просто эта игра мне очень интересна, то... Мне будет даже интересно посчитать ваши комментарии и понять, что бы мне бы построить такого. Но тут особо можно построить что угодно, скорее всего. Так, добрала. Так что, говорите, не стесняйтесь, я вас послушаю внимательно. Не бойтесь, не стесняйтесь. Я вас кусать не буду, я вас обижать не буду, только... Главное правило, не надо матюкаться в чате. А можете писать, что хотите. Ну, не надо ругаться матом. Шерепашка! Шерепашки-ниндзя! Кунг-фу, подожди. Так, а какие? Мне надо... Там кит был, нет? Нет? Шерепашки кунг-фу плавают. Я первый раз в жизни вижу, кунг-фу плавают. Формально они же где? Они где живут? Напишите в комментариях, где шерепашки ниндзя живут. Я смотрел этот мультик, но я забыл, где они живут. А? Подскажите, где они живут? Шерепашка ниндзя. Скорее всего, они по логике... Ну... Где они по логике могут жить? Там, где есть шерепашки. Логично? Шерепахи живут там, где есть шерепахи. Ну, логично, ну. Логика у меня работает. Ну, только я давно смотрел этот мультик. Я не знаю, откуда они. Они под водой, либо они где-то еще где-то там. Под землей. Не, ну под землей было бы странно. Ну только просто когда я смотрел мультик именно, то они там лучше выглядели, чем в воде. Они уплыли, похоже. Обидел я их. А я не обижаю. Вот, не, не обиделась. Ты что? Гаража попутала? Так, это я забираю. Еще один пластик.
Еще одна бочка. Шикарно. Так. Обустраиваем. Будет у меня очень огромный. Мне надо будет место сделать там, где, чтобы я построил это. Чтобы я построил дом. Мне так кажется, вы как обычно. Быстро два лайка поставить, берете. А потом мне ломать голову, как мне строить дом. А я не хочу ломать голову. Кто там кря-кря? А? У нас что тут? Кря-кря появилось? О, тут можно бегать. Прикол. Помните, что у нас за остров был? У нас вообще даже острова не было. У нас непонятно, что было. А сейчас что у нас? Мы можем... Сейчас, секунду. А вот теперь мы можем пробежку делать утреннюю. Только главное, в воду не упасть. А я сейчас упаду. Не, не упаду, надеюсь. Да. Кинься нормально. Так, о, посылка. Три посылки. Откуда у меня три посылки? Давайте откроем посылку. Первую, давайте. Открываем посылку. А, надо зажимать, да? И зачинено. О, господи. Ты что? Ты что попутала? Иди сюда. Ара. Ара, ара, ара. Ара. Иди отсюда. Ара, ара. Я понял. Сразу, когда она вот так вот плавает. Смотрите, тут еще есть у нас функции разные. Что это? Это плотный фундамент? А ну давайте попробуем его поставить. То есть, а что, он как-то помогает, нет? Ну, если плотный, то значит как-то помогает. Давайте еще одну посылку. Только уже на кровати. Так. Что у меня? Изучена открытая книга. Хорошо. Изучена Опа, ванна? А давайте ванну сделаем. Как делается ванна? Чтобы для полного погружения в эту игру будем делать болт. Как нам болт сделать? Так нам надо еще научиться делать болт. А как я научусь? Ладно, я пока сделаю ветки. Ветки лишнему не бывают. Так, что мы еще можем? Нажалку для рыб не можем делать, понял? Хорошо. А рабочий стол? А зачем рабочий стол нам? Для чего нам рабочий стол? Чтобы писать контрольные? Нет, я контрольные не хочу писать, я уже написал. А, у меня готова вода есть, выливаем. Да, помоюсь этой водой. Ням-ням-ням, какая вкусная вода. А теперь надо опять чашечку. Так, картошечка готова. Так. Надо бурощок. А у нас уже инвентарь... места нету, куда все это ставить. Куда нам все это ставить, а? Ну, о, бочка. Ты удачно. Зачем я вообще ловил? Ну ладно. Ну, по идее, я уже рабочий стол могу сделать. Давайте сделаем. Что это по приколу, посмотрим, что там можно делать. Надеюсь, контрольные не будем делать. Я надеюсь, моя учительница не будет. Что я кинул? Это что? Это что за коробка? Стоять. Это что? Посылка? У меня много посылок, слишком много посылок. У меня много вещей. Давайте сделаем маленькое хранилище. О. Вот это выкинем. Это тоже. И возьмем вот это вот маленькое хранилище. Давайте поставим сейчас маленькое хранилище. Так, сюда. Куда поставим? Давайте. Ого, какое оно огромное. Я думаю, что оно будет меньше. Давайте сюда. Открыть.
Ой, что оно такое маленькое, рыли? Я могу так, да? Да, могу. Не, еду я возьму с тобой. А вот вот эти вот веревка, вот это можно положить. Ладно, все, давай. Нам надо еще полчаса буду делать, потому что это слишком мало. Ну, давайте посылку опять. Этот, как называется? Закатная посылка в чек. Открываем мы посылочку. Так, что там? Диван. Чего? Диван. О май гад, диван? Вы серьезно? Вот это диван. Где диван? Вот диван. Мне надо пластиковые. Все, я понял. Хорошо. Все. Так, у меня есть? У меня есть. Есть и ветки. И ветки. Ебой. Все, делаем. Ууу, я кайф. Я просто кайф, понимаете, ребят? Я просто. Сейчас ты знаешь, как я сделал даже лучше. Вот, все. Кайф. Смотри, вот просто. Я тебе на чили, на расслабоне. Ну ладно, надо уже работать. Так, у нас уже готовая еда есть. Так, можно попить. Попить мне желательно побыстрее, потому что я сейчас сдохну. А я не хочу сдыхать. Если я сдохну, у меня все вещи пропадут. А я не хочу, чтобы все вещи пропадали. Потому что я их делал 300 миллион год. 300 миллион год? Ого! Так, давайте еще одну сделаем. Чем мы так паримся? Ванну, давай. Не ванну не хватит, надо болт. Часы. Коврик. Открытая книга. Давай. Календарь. Табличка. Полка. Можем полку. Не, я полку. А куда я полку поставлю? Ну, такой же вопрос. Так, давайте, знаете, что значит? Давайте. Маленькая грядка. Давайте маленькую грядку сделаем. Вот сюда вот прям. И что мне сюда надо садить? Насение какое-то, либо что лишь? Я не знаю. Ну, короче, что-то надо туда. Я понял. А вот это вот. Ага, изучать на рабочем столе. Рабочий стол. Два хлама, много досок. Хорошо, давай. Три хлама и много досок, которых нету. Мне 10 досок нужно. Вы угораете, вы что? Вы что, на приколе? Чё моё? Я сырую картошку съел. Боже мой. Давайте нормально покушаем. Рыбу. Как? Это что, скумбрия? Это скумбрия? Это селит. А это? Скумбрия. Мне стоять бочка. Кушать потом покушаем. Надо бочку споймать. Так. Есть много хлама. Да, ну и все равно. Ну, главное, чтобы что-то было. Не, хлам, кстати, очень полезный по какой-то причине. Потому что можно рабочий стол сделать. На нем можно изучать новые предметы для изготовления. Прикол. Что она делает? Где? Ля ты морда. Я не успею. Все, я не успею. Да, я не успел. Хорошо, тебе повезло. Тебе только повезло. Хорошо то, что у меня... Зачем я самый мощный поставил? Ох, дурында. Кто-то плавает. Рыба, давай, вон. Да ты что-то не похожа на рыбу. Я тебя боюсь. Иди отсюда. Быстро отсюда. Кыш. Это моя жизнь. Все, кыш. И мой мелодия еще такая заграла. Тын-ты-дын. Так, что мы еще можем скрафтить? Так, давайте вещи положим. Так, давайте вот это вот там все будет самое вот это хлам. А вот следующее мы сделаем там, где будет только еда. Как вам идея? Не, ну я вашу цель сделал, я обустроил уже, нормально. У меня диван есть. О, подожди. Рум-тур моей комнаты. Это мой диван, это кровать,
это чтоб пить воду, это чтоб готовить, это чтоб... Это мой сундук, чтоб... Ну, рюкзак. Это моя грядка, но я не знаю, что я туда буду садить. Да, и я на вас пальцем тыкаю. На кого? О, я на этого. На орёла тыкаю пальцем. Слышь ты, иди отсюда. Не, я лучше посплю, знаете, мне что-то стрёмно тут. Я лучше посплю. Доброе утро, страна. Ну, какая страна это? Не, водяная страна, нормально. О, подожди, подожди. Я сейчас такой закат будет. Ой-ой, я сижу на диванчике, тебе кайфую. И тут закат. Ой, мама, что это такое? Я не могу понять. Подожди, бочка, бочка, как мне встать? Бочка. А что? А что? Что с вами, мама, а? Мне что, плохо? О, посылка, давайте посылку. Открываем посылку. Чек за Кате. На кров... На... Не подожди. Вот это быстро прыгаю. На диване. Распаковка. Так, и зачем на стол? Вау, стол. А подожди, а что происходит? Что, наш корабль идет ко дну? Нет, я не хочу ко дну идти. Не, ну я ж так хорошо разжился, ну почему... Так, бочка. У меня крюка нету. Срочно крюк. Есть. Фу, хотя бы вещей хватит на крюк. Чтоб крафтить крюк. Хак. Сейчас надо нам. Быстренько. Вот так вот все. Так, хуцоу. Еда вот. При радиоприемне хорошо. Так, давайте вот эту еду пожарим. Вот, это мы можем сюда ставить. Вот это вот нам, ну, это нам просто неинтересно, понимаете? Это мы сюда ставим. Так, что мы еще туда? Вот, ну, на якорь нам не нужен. Зачем нам якорь? Картошка нужна. Надо еще еды добыть, что-то мало еды. О, я еще на остров какой-то. Может, будем акунам и мататам и на остров пойдем? Ну а что? Так, только надо про себе взять вот этот... как он там называется? Короче, неважно. Так, картошку жарим. Точно. И в такую погоду рыбачим. Ой, нет, не рыбачим. Не рыбачим. Я не рыбачу, всё. А, теперь рыбачу, поехали. О, птички. Птички летят. О, еще птички летят. Не, это уже не птички. Это уже орлы. Почему они орлы? Да потому что они орлы. О, что за рыба? Скумбрия. Ух, вот это да. Я в шоке. Почему у меня скумбрия попадается? Так, давай вот сюда, вот. Все нормально, да? И сразу, когда мы поделим, прям близко-близко-близко, я его отпущу. Так, я пить хочу. Так, а что? Мне такая, что мне все-таки стоит пережить вот на вот этом острове шикарном. Нормальный остров. Что тут такого? Ох, камни. Вот это рякари. Все, мы приехали, мам. Ой, какая мама. Ребята. Так, все, давайте на место вот это вот все. Посылка еще одна. Почему? Ну зачем мне посылка нужна? Так, мне надо еду еще будет одну прожарить. Так, вот это нам пока не нужно. Вот, а что я сюда надо поставить, точно. А что я не плыву? А. Добрый день. Как вас зовут? Меня пан Ирин. Давай, кидаю. Хайпуна тебя.
А чё... Там граната, смотрите. Короче, распаковка, чек. Так, розы! Полетите, полетите. Где розы? Я быстро роза. Глину, мне нужна глину. У меня нету глины. Где я найду глину? А, уже поздно, по какой-то причине. Ладно, идем на охоту. Так, лучше копье взять? Подожди. Мне лучше скрафтить сейчас маленькое хранилище. Сюда иди. Ты еще она решила на этот плод, да, атаковать? Давай дуй. Ты его не сломаешь. Он железный, он металлический. Мне надо 8. Так что я хранилище, будущее хранилище не сделаю. Хорошо. Так, картошка готова? Так у меня нету досок. Я бомжара, я вообще, ну я просто бомжара бомжой. Так, давайте 2 доски возьмем. Все, 2 доски, хватит тебе. Так, воду возьму. О, как хорошо. Ой, я попью воду. Не то, которое надо. Так. Так, лучше с молотком не играть, потому что можно чик и дырочку сделать. Так. Что я хотел? На, вдумайся, что ты хотел? Вспомни, что ты хотел. Да, я хотел вроде еду положить. Размечтался. Я еду хотел поесть. Вот эту скумбрию, да? Ном-ном-ном, как вкусно. Скумбрия вообще, ну просто. Ты что такое? Да кто? Так. А вот я не понимаю логики хрену. Хорошо, когда вот плод стоит, да, он стоит. А вот, ну, когда плод стоит, а что тогда предметы не двигаются, а? А когда плод плывет, то двигается? Это как? Ладно, не знаю, сколько у нас там уже идет время. Но напоследок мне надо сходить на охоту. На охоту за светами. Я хочу сделать... А что там было? Что там мне предлагало? О, белый цветок. Вау, ничего себе. Еще белый цветок. О, я доски так бывала. Пальмы. Кокос. Еще один кокос. Класс. Я хочу наверх. Пустите меня наверх. У-у-у, синий цветок. У-у-у. А что он такой огромный? Ладно, поймем. А как мне это забрать, кокос? А, он сам выпадает, понял. Когда я его бью, он тогда... Манго? Вау! Прикольно. Арбуз! Арбуз! Вот это я нехило так попал. Опа-на! Тут надо паркурить? Не, я паркурить не хочу. Ну там сундук! Там что-то может быть интересное. Сейчас полезем, сейчас полезем. Сейчас будем паркурить. Вот еще одно дерево. Ананас. Беру. Так, давайте вот это выкинем. Что-то слишком много у нас цветов. Не, пальма, я не хочу, чтобы у нас росла пальма, я не хочу, чтобы у нас... Вот это? Я не хочу, чтобы у нас росло вот это. Ага, подожди. Так, добудьте воду, чтобы вырасти...
Нет. Так, хорошо. Ага, вот этот вот арбуз давайте сплавим. Так, а что мы возьмем? Ага. Ананас. Нет, ананас давайте сейчас покушаем. Арбуз покушаем. Манго сейчас покушаем. Кокос попробуем. Вот это я. Так, надо паркурить. Все. Богом. Ту-ду-дун-дун. Опа. Нама. Ящик. Сколько тут. Это что, у нас железо? Может, приплавить и кое-что получше. Это железо? А что железо тут делает? А как мне... Ну... А я не подумала, как мне обратно вернуться? Как мне обратно вернуться? Я-то прыгнул, рискнул, ну а как мне вернуться, если акула? А это все равно на акулу. Давай плывем, плывем. Ара, быстро. Быстро, Ара. Ха, обманул бота. Обманул бота. Ну где ты там? Обманул я бота. Ха. Убрать, убираем. А смысл я вообще ставим, если... Ну ладно. Так, железо храним. Стекло, оно прозрачное. Логично, не, блин. Непонятно. Знаешь, мы так не поймем. Нет, оно не прозрачное. Арбуз такой вкусный. Ням. Ой, как тебе вкусный. Какой вкусный арбузик. Так, давайте семена поставим. Нужно воду, воду. Хорошо, давайте воду наливаем. А как? Ты что, акула? Как мне посадить? Ой, ну будем походу в этом уже потом разбираться, потому что я не могу понять, как мне по... скумбрия сюда. Так, я похаваю сейчас. Ты морда, да? Ну ты морда, я тебя припомню. Иди, знаешь куда? Туда, куда ты хочешь. Точно. Ты что, опять? А, нет, это не ты. Я бы тебя молотком вот этим стукнул. Что? Мама, мне страшно, понимаете? Мне страшно. Это что может быть? Что так скрипит? Ну, а как... Подожди, а как мне полить воду? Тик. Ты что? Мама, мне страшно, пожалуйста, помогите кто-нибудь. Все, мне страшно, я спать.